Накануне в Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыли министр экономического развития России Максим Решетников и первый замминистра Михаил Бабич. Они осмотрели инфраструктуру всесезонного курорта Архыз. В ходе показа речь шла не только о расширении горнолыжной инфраструктуры, но и о дополнительном обустройстве эко-маршрутов, мест для отдыха, гостей и спортивного туризма. Затем на совещании обсудили самый широкий круг вопросов, а руководство Минэкономразвития России представили дальнейшие планы по развитию курорта. Подробности у Мурата Джанкезова. Высокие гости в сопровождении главы республики Рашида Тимрезова осмотрели объекты туристической деревни «Романтик». На Лунной Поляне руководство Минэкономразвития России представили дальнейшие планы по развитию курорта. В ходе показа речь шла не только о расширении горнолыжной инфраструктуры, новых трассах, подъемниках, но и о дополнительном обустройстве эко-маршрутов, мест для досуга гостей и спортивного туризма. В ходе совещания участники встречи обсудили системные вопросы развития экономики и социальной сферы республики. Ваше внимание, основные силы, конечно, заняты вопросами эпидемиологической ситуации, борьбы с коронавирусом. Вот. Но, тем не менее, нам очень важно, вот, решая эти очень важные текущие задачи, не потерять, скажем так, стратегический фокус. Начинается новый бюджетный цикл, средства выделяются значительные, и нам очень важно, чтобы все те мероприятия, которые были запланированы, реализовывались. Те вопросы, которые возникают системного характера, они своевременно поднимались, своевременно решались. На совещании речь шла и о совершенствовании систем водоснабжения и водообеспечения, модернизации инженерных и коммунальных сетей в городах и районах республики. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что работа с Министерством экономического развития России осуществляется в тесном и продуктивном взаимодействии и выразил уверенность, что эта слаженная работа даст весомые результаты и позволит ежедневно повышать качество жизни наших граждан. Мы понимаем, что такая дорога с двухсторонним движением, здесь не только один Минэк, тут и республика должна, конечно, предпринимать определенные усилия, в том числе и по земельным вопросам, имущественным вопросам, по привлечению, естественно, и инвесторов. Вот буквально там вот сегодня мы как раз там договорились тоже о строительстве. Потом будем попозже обсудим это с КСК, о строительстве еще одного отеля, достаточно большого. То есть работа в этом направлении ведется, но еще раз хочу подчеркнуть, что мы видим и чувствуем очень серьезную поддержку Министерства экономического развития Российской Федерации. По словам Рашида Тимрезова, сейчас в Архызе и в близлежащих территориях активно развивается малый и средний бизнес, совершенствуется сервис, создаются новые рабочие места. И задача властей – создать такие же успешные, по-настоящему прорывные проекты и в других ключевых отраслях экономики – сельском хозяйстве и промышленности. Мурат Джанкезов, Руслан Харченко, Вести Карачаева-Черкесия, Архыз.